Добро пожаловать в Ину Реальность. С вами Олег, и мы на канале Deep Real Game. У нас Ведьмак. И нам нужно... Что нам нужно? Потерялась, где ты? Вот, теперь все есть. Нам нужно сделать зелье, да? Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эскель, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело. Или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится. Господа, пол чище уже не будет. А меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены, а мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь.
Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже? А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет, не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Поначалу пыталась отлынивать. Потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел, я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лед, она начала носиться вокруг меня и кричать. «Нет, не так, работай ногами, одна, вторая. Перекрест, нет, плохо. Пяткой не тормози, не носком». Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. У меня в сумке. Тихо. Слушай. Холли. Холли. А нет. Дэвид, Сиби. Холли. Холли. Конец. Дэвид. Арива. Энди. Авалак, ты знаешь его? Да, эльф, Айн Эйлер, знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Брейвейн, Арвейн, Кирайан. На Скеллиге. Плыви за ним. Во мглу. Торопись. Быстрей! Я пытался защитить ее, но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакха? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Не знаю. Посмотрим. Геральт, я понимаю, что ты торопишься ее забрать. Но ты, мы не должны действовать вслепую. Ты что-то задумал?
Ну, давай, выкладывай. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро, в этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалахе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт. Непременно быстрее. Но вначале... Да, картинки здесь вписываются. Но вначале нас ждет... Так, уродец мы закончили. У нас есть неотложное дело. Сейчас оно пропишется. Все задания, я так думаю, да? Их же несколько должно быть. Блин, я опять не туда иду. Так, значит, не то. Задания появились, но у нас есть вот это. Броня Каэр Морхена, точнее волка. Блин, мы в другой стороне, твою мать. Так что вначале мы найдем ее, а уже потом мы пойдем по следующим заданиям. Иначе потом пойдут уровни, я забуду, и на этом все закончится. Мне интересно. Мы и так там два уровня уже, по-моему, она уже... Точнее, мы подошли по уровню, ее можно одевать. Поэтому надо ее найти. Так, ну, следим за оружием, это понятно. Я считаю, нужно сделать именно так. Чем, собственно, мы сейчас и займемся. Что-то темновато. Нам нужно аж туда наверх. Тихо, не падать. Как-то вот так, наверное, да? Вот сюда и сюда.
Да, тропки здесь серьезные. Чуть зазевался и все, тю-тю. Собирайте кости внизу. Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыплется. Да заколебал ты кататься, что ты кататься пришел? Так, изучение созданного Эльгаром доспеха. Так он нашел формулы. Но кто-то им помешал. Здесь стоит осмотреться. Портал. Не хватает элемента для усиления. Надо здесь осмотреться. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Это мы уже знаем. Телепорт открылся, но похоже, он нестабилен. Один элемент — это слишком мало. Надо осмотреться. Падла, иди сюда, сука. Конечно, от третьего лица очень классно, но вот в таких моментах получается полная фигня. Ну попробуем. Да ты не охренел часом? Не могу двигаться. Прыгать заряженный с одним крестом было неразумно. Понятно. Это мы уже поняли. Так, нам опять сюда, да?
Ну и отлично, продолжаем искать, пока не соберем полностью. Так, а можем мы на это поехать, не? Заодно выложим вот эту фигню. Точнее, не фигню, но, в общем, выложим. Вперед, плотва! Заколебался я пешком ходить. Еще молодыми ребятами до испытания травами. Ну вот, пожалуйста. Кажется, Блестион населен духами. Не охренели, ребята! Ну иди сюда, куда ты пошел? Сюда иди. Связывать с этим местом. Медальон так и дрожит, а я ничего не вижу. Может, светильник покажет больше? Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным. Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным, но должен уметь использовать любое оружие. Дардыш, Чекар, прощу. Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь! Неплохо так. Да блин, нахрена? Так, снаряжение выше всяких похвал. Да я и не сомневался. Ну раз уже мы взяли это задание, его нужно закончить. Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей!
Ты прервал тренировку без позволения. Знаешь что? Не останавливайся. То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Снимай бинты и возвращайся к упражнениям. Раной займешься, когда я позволю отложить меч. Сурово. Ты мечом машешь или цепом? Режущий удар от запястья, не от локтя. Еще раз. По бастиону скитается дух мальчика, который здесь тренировался. Здесь же и погиб. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Наверное, это его призрак обитает в бастионе. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Рок, что-то случилось. Что-то дурное. Спрячьтесь и ждите, пока я не вернусь. Да, я знаю, что вы учились драться. Только вы по-прежнему ни черта не умеете. Полезайте между скалами и молчать в тряпочку. Ни одна резня без них не обходится. Гнусный же ты. Куда? Ой, куда ты прячешь? Они попытаются меня задержать. Спи спокойно, малыш. Ха-ха! Хрена ты меня поймаешь. Так, вот теперь мы закончим. Так, а нам нужно... Не-не-не-не-не, опять переключилось. Нам куда-то туда. Так, ну плывем дальше. Других вариантов у нас просто нет. Так, а мы можем глянуть, да, вот здесь? Что?
что у нас есть. Там ведь наверняка что-нибудь есть. А вон какая-то крепость, медведи. Медведи, ладно, бог с ним. Ни хрена себе, три медведя. Не-не-не-не-не, нахрен. А тут опять волки. Да блин, я ж поставил метку, твою мать! Понятно. Ну идите сюда. Успокоился. Раскрутился тут, я не пойму. Это еще не все, ребята. Ох ты, бля, тут еще леший, сука. Ты где? Черт, и болтов нормальных нет, да? Да мы будем до скончания времен его валить. Так, у нас есть другое оружие. Поинтереснее, да? Твою мать, я что, не попал? Нет, попал, только в упор надо, да? Вот именно, что гнусный, сука. Сдохни, падла! А вы что нарисовались? Вот для этих целей пистолетик самое то. Так, это, наверное, и была метка, да? Да. Возвращаемся на лодку. Давай уже плыви куда-нибудь. Не тупи. Так, а сокровища есть, интересно? Так не видно. А это чего? Мольберт? Да ладно, тут еще художники есть.
Насчет художников не знаю, но волков здесь немерено. Торопяк, да, на них напали какие-то орды. Поэтому все. Все в торопях. Подожди, это еще не все. У нас еще осталось одно. Зачем торопиться? Так, а тут что-то есть? Вот здесь вроде... Ой-ой-ой, куда-то исчезла карта. Ну ладно, нам вот сюда. Да, медведей тут хватает. В общем, не жизнь, а сплошная сказка. Здесь стоит осмотреться. Еще бы. Труп питомца. Интересно, кто его так разделал? Наверняка не человек. Так, закончили. Еще один утопец, еще сильнее разодранный. Ну и чё? Ну мы же пойдем проверить, да? Какие-то стрёмные у вас звуки. Стой. Здесь. Давно я не видел такого крупного экземпляра. Наверное, он очень старый. Кажется, он немного занервничал. Нахрена в меня пулять? Чё, не нравится? Ah!
Да вылазь уже куда-нибудь. А, нечего, стоп. Такое, блядь. Раз уж я попал в уютный домик тролля, стоит осмотреться. Мой тролль ловко работал руками, но я и не думал, что он умеет писать. Планы нападения на крепость. Все случилось иначе. Тролль разделался с хозяином планов, прежде чем тот добрался до замка. Наш уважаемый тролль явно не любит утопцев. Шагай, не тупи, блин. Иногда выбешивает эта медлительность. Хотя, может быть, надо анимации просто отключить. Они действительно иногда просто подбешивают. Так, мы собрали все ведьмачье снаряжение, короче, все эти, как их, рецепты, да. И можем отправляться их создавать. Сюда запрыгнул, это хорошо. Так, ну нам нужно замок, да. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Так, мы на месте. Правда, ночь. А твое бледное рыло людей не бесит? А твои вопросы. Пойдем бабам сиськи мять. Если сам отдавать не хочет, то много шпионов. Ты что? Будем бросать, пока не...
Так, а это чё? А почему здесь шрапнель усиленная даже есть? Превосходная. Блин, как-то всё пораскидали, не пойму я. А, ещё и шрапнель надо. Как-то всё раскидано, непонятно. Вот здесь порох. Хотя, может быть, в принципе-то все правильно, но как-то неправильно. Шкура черта. А что я хотел еще глянуть? Вот здесь нет, не хочу. Ничего не изменилось. Геральт, рада тебя видеть. Привет. Нужно что-нибудь? Мне нужен ведьмачий доспех. Я думаю, это назавсегда. Так. Нет, не улу. Где тут? Подождите. Волка. Это улучшенный. А вот так? Это придется брать. И сразу улучшенный. Отлично. Так, перчатки. Серебро. Сейчас глянем. У нас наверняка... Даже вот эта фигня какая-то есть. Давайте сделаем парочку. Я думаю, пока хватит. Да ладно, опять серебра, вот блин. Серьезные у нас доспехи.
Так, ну как-то так. Пока, во всяком случае. Бывай. Хочешь лебеду попробовать? На вкус, говорят, как фасоль. Итак. Ну вот это уже другой разговор. Отлично. Ну что ж, я думаю, друзья, мы на этом закончим данную серию. Спасибо, что вы были со мной. И пока.